Санчес. Очередная жертва доктора Эшфорда. Когда я был уже на подходе, Декстер приказал ему вывести Викторию с фабрики. Он — мой шанс найти ее. Однажды я недооценил мексиканца, но больше это не повторится. Вы готовы к бою? Вам весело? Сегодня мы приготовили для вас финальное сражение! Наш любимый монстр Санчес против городского пижона Патриота! Ну, скоро мы все увидим! Вы готовы? Начинаем бой! Индеко! Скажи, что ты шутишь. Ну ладно, что там еще? Мой магнитный пропуск. Он был здесь. Он точно был при мне. Да, чувак, как знакомо. Сам свой на прошлой неделе потерял. Пришлось бегать, пробираться через зрителей весь вечер. Просто писец. И еще начальство вычитает его стоимость из твоей зарплаты. Правда? Вот подарок. Просто супер. Слушай, ты мне не поможешь? Поискать его? Эй, кто-нибудь! Ага, ладно. Все лучше, чем жопу просиживать. Не разговаривай, помалкивай и сосредоточься. Давай все тройками. По корпусу. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот так, тройками. Так, ладно. Вспоминаю. Я стою вот здесь. Беру телефон из кармана с пропуском. Ну уже, он должен быть здесь. А? Эй, завязывай с этим дерьмом, ладно? Талисманы — это все фигня. В них верят только недоумки.
Эй, эй, эй! Нечего обижать моего Мишку! Этот маленький плюшевый чувак приносит неудачу! И ты это знаешь! Да ладно тебе, тоже мне примадонна! Удача тут ни при чем, придурок! Знаешь что? Пошел нахрен! Мне плевать! Вот так! Эй! Кто-нибудь видел моего Мишку? Ну же! Кто-нибудь! Вот дерьмо. Он нам куда-то пропал! Искать. Надо было к его ебаной заднице привязать. Эй, ну ладно, психованный. Ладно, успокойся. Это еще что Мишка за не спасет тебя от противника. Танец. Только ты можешь это сделать и сделаешь. Соберись, малыш. Ну, может, просто, ну... Ну, ты знаешь... Знаю, я знаю. Но ты верь в себя, а не в набитую ватой тряпку с пуговицей. Ну же! Чёртова игрушка, ну, да. Это ведь просто игрушка. Окей. Окей, тренер. Я все понял. Я соберусь. Так, все, хватит смотреть. Пошли все нахрен отсюда. Дайте человеку сосредоточиться. Ну же, приятель, ты можешь это сделать. Я в тебя верю. Привет! И что мне было делать, босс? Привести девчонку на бой? Все отменить? У нас тут много клиентов, которые платят. Я защищаю ваши интересы. Не беспокойтесь. Она сидит у шерифа Скарки в подвале, и никто не попадет туда без его разрешения. Я заберу ее сразу после боя. Понял? Больше глаз с нее не спущу.